команда из 15 девочек во главе строя Дарья Мишагина из Вишкаймского района. Руководить шеренги Даше не привыкать. В роли командира она уже 4-й год. На областном конкурсе строя и песни «Марш Победы» девочки приезжают каждый год с большим удовольствием. Готовиться начинают заранее, оттачивают мастерство строевого шага и команд, учат песни и рвутся к победе. Нас всего 16 человек. Готовились мы несколько месяцев. Мы очень долго ждали этого мероприятия. Для нас это прям главное такое событие. Первое время я очень сильно волновалась. Я боялась подвести весь коллектив, потому что напрямую зависит все от меня, от того, что я скажу и как я это подам. А сейчас я уже привыкла, и девочки мне доверяют. Задача школьников – пройти ровным строем и выполнить базовые команды, расчет на количество участников, построение в шеренге, повороты в стороны и повороты в движении. Последняя команда – одна из сложнейших элементов программы. Двигаться необходимо четко и синхронно. Еще один важный этап показательного выступления – исполнение песни. Их чаще выбирают классические военные. «Катюшу», «День Победы», «Три танкиста». Песню запевай! На границе тучи ходит хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Оценивают профессионализм ребят сотрудники Центра патриотического воспитания военного комиссариата области воинских частей Ульяновского гарнизона. В этом году рекордное количество участников – 51 команда со всех районов области. Это около 700 детей. Самым юным участникам по 8 лет, старшим доходит до 18. Целью данного мероприятия является, во-первых, сохранение исторической памяти, это воспитание патриотизма, это вообще умение ценить, да, воинскую службу. И многие из тех, кто сегодня здесь участвует, это, в принципе, ребята, которые хотят свое будущее профессиональное, в том числе, связать с направлением по защите наших рубежей и нашего Отечества. Конкурс строя и песни «Марш Победы» проходит ежегодно с 2015 года в преддверии празднования 9 мая. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.